Всем привет! В этом видео вы узнаете о следующем веселом событии в Геншине. Когда оно начнется и какие награды и развлечения нас там ждут. Всем приятного просмотра! Событие называется «Испытание для искателей приключений» и обещает быть очень интересным. Ну а начнется оно уже 4 ноября и продлится по 21. Для участия необходим как минимум 20 ранг приключений. И собственно на этом все. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм, чтобы не пропускать свежие промокоды на примагемы и новости по Геншину. Ссылка в описании. В этом событии много всяких интересных испытаний. И для каждого испытания нам выдают нужных персонажей на время. Например, Ли Сяньфэй нам выдадут для игры в футбол слаймами. Нужно вызывать реакцию перегрузки, чтобы забивать электрослаймов в ворота. В другом же испытании нужно использовать Ешку Юлань для быстрого перемещения, чтобы уклоняться от этих гигантских цветков. Атака в падении Сяо нужна, чтобы забивать платформы в землю. А Ешкой Бэйдоу нужно отбивать мячи. И таких испытаний еще очень много. Но чтобы игрокам было еще и интереснее, события можно будет проходить в совместном режиме. Самое главное, все персонажи, нужные в событии, будут предоставлены нам абсолютно бесплатно. Список персонажей, за которых нам дадут поиграть, вы сейчас видите на экране. Ну а всего за событие мы получим 420 примагемов. Напишите в комментариях, как вам такая идея ивента. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!